Петруха, пора наказать эту шапокляк. А что она опять натворила? Под видом продавца стирального порошка просила детей хорошенько испачкаться, а сама сбегала. Сегодня утром звонила бригадирша и спрашивала, приду ли я на работу, потому что недавно с моего номера звонил ей человек, похожий с моим голосом, и сказал, что меня сегодня на работе не будет. А кто это сделал? Доктор, каждый раз, когда я просыпаюсь утром после корпоративной вечеринки, у меня какие-то круги под глазами. Дайте-ка посмотреть. Это у вас аллергия. На что? На побои. А ежи. Однажды блондинка пришла к своей подруге в бухгалтерию. И она ей говорит, смотри, у тебя сейчас упадет скорость передачи данных. Ты сетевой кабель дверцы пережала. Блинка. Прикинь, я вчера попал так попал. Пошел на охоту и забыл взять с собой ружье. Досадно, ну бывает. А когда ты об этом вспомнил? Да когда пришел с охоты и стал показывать жене зайца. Опытный охотник наставляет менее опытного, а охотиться лучше всего собаками. Если они проголодаются, всегда найдут себе дорогу домой. Ну вот уж тогда поводка из рук не выпускай. Похоже, мой муж расист. Познакомилась с таким классным парнем из Африки. Привела домой, а муж его побил и выгнал. Настоящий мужчина всегда поможет женщине донести сумки. Особенно, если женщина свободная, молодая и красивая, а сумок у нее нет. Слушай, ты не знаешь, почему у нас новых русских после бани рожа красная? Это все пиджаки проклятые линяют. В 2017 год. Рой Джонс одержал победу на ринге. Корреспондент у него спрашивает. Мистер Джонс, в 2015 говорили, что вы уходите из спорта. А расскажите, что вас оставило обратно вернуться в спорт? Джонс говорит, это жизнь в России. Корреспондент спрашивает, это как это? Рой Джонс говорит, меня выкинули из очереди в поликлинике. Подписываемся, кликаем на колокольчик.